Друзья, если вы заглянули в это видео, значит, вам стало интересно, как сделать дешевый и эффективный, можно так сказать, тоник для того, чтобы отрастить волосы. Если появились, например, залысины или волосы очень сильно выпадают, то вот эта вот находка, вы знаете, действует даже лучше, чем разрекламированные всякие шампуни. Все ингредиенты натуральные вот здесь. И вот я очень советую обладателям или обладательницам редких и слабых волос. Для этого нам понадобится луковица, лимон, оливковое масло и мед. Всего 4 ингредиента. Натираем лук на терке, процеживаем его через ситечко или марлю. Нам нужно 3 столовые ложки сока лука, 2. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. 1 столовая ложка сока лимона или половинки лимона. Три столовые ложки оливкового масла. И 1 чайная ложка меда. Смесь хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. И маска для роста волос готова к применению. Наносим эту микстуру по всей длине волос и оставляем на 1 час. А затем смываем водой с шампунем. Немного добавляем воду, лимонный сок, когда будем споласкивать, чтобы наверняка избавиться от запаха лука. Используем это средство 3 раза в неделю, и уже через 10 дней будет виден положительный результат. Волосы окрепнут, перестанут выпадать и начнут быстро расти. Если у вас есть такие проблемы, обязательно попробуйте, поделитесь с друзьями. Также большая просьба, напишите, пожалуйста, под этим видео внизу, чем вы пользовались, или, может быть, вы пользовались этой именно маской, и она вам помогла. Будет очень интересно почитать. А на этом, друзья, я хочу с вами попрощаться. До следующих встреч. Всем красивых волос и крепкого здоровья.